Привет, друзья, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Honda с заменой заднего крыла и этой дверки. Клип посвящен, естественно, замене заднего крыла. И для начала я разобрал, и мне надо вытянуть саму арку. Итак, я удалил крыло, подровнял арку, ну и теперь можно примерять само крыло. Вот такую детальку донора мне привезли, не совсем целую, но маленькая ямочка не в счет. Вот. Менять я буду только сам верх крыла. Значит, примеряю. Свариваю, подравниваю ямочки. Thank you.
Итак, все сварил, подровнял, которые выставил, примерил, и теперь надо готовить на покраску. Что я и делаю? Поклюю, грунтую, крашу. Ну вот, машина покрашена. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!